Всем привет и хорошего настроения. Продолжаем играть в игру Лунный Тюнес. Так, у нас заданий здесь нет никаких, но мы можем с вами открыть ящик. Вот это здорово. Так, давайте посмотрим, что у нас из него выпадет. Деньги, опыт, гидрант, кирпич. В общем, нормуль. Что я могу еще сказать? И у нас еще за три самоцвета открывается очередной ящик. И в нем мы получаем... Ну что ж, тоже неплохо. Деньги получили, опыт получили. Так, а вот что такое реванш? Интересно. Ладно, забираем награду у наших защитников и идем с вами далее. Так, у нас здесь, смотрите-ка, какая-то есть постройка. Наверное, мы ее можем улучшить. И это у нас, ага, особняк Пенелопы. Конечно же, мы будем улучшать его на третий уровень, отлично. И, кстати, скоро мы получим с вами 21 левел. Так, а здесь мы можем улучшить, смотрите, свинью, Бернарда, ага, курицу и Гектора. Ну, естественно, мы будем Бернарда, потому что он у нас довольно хорош. И мы ему делаем внезапную атаку. Эволюция 3. Да, неплохо он вырос у нас. Так, давайте-ка его немножко еще прокачаем. Так, уже 14 левел. 15. А на 16 поди не хватит, да? Да, совсем немножечко не хватает. Ладно, пускай будет так. Главное, что он уже 15 уровня и довольно сильный. Замечательно. Больше никого у нас нету. И, наверное, мы с вами пойдем на арену, ребята, зарабатывать очередные билетики для того, чтобы открыть новых персонажей. Поехали. Так, ну давай... Ага, хотел на этого. Нет, этот подождет. Давайте кого-нибудь послабже возьмем. Давайте вот этого, наверное, возьмем. Ну да, в принципе, почему бы и нет. Вот так вот. Замечательно. Ну-ка, ну-ка. Интересно будет посмотреть на это все. Давай, давай, страусенок, быстрее прогружай мне. Так. Ну что же, давайте начнем с быка, как обычно. Минус 99. Отлично просто. Так, давайте его, наверное, мы с вами добьем. Ага, все. Бабуля, успокойся ты со своей пушкой опять здесь, а? Свин, ты что делаешь, а? Так, ну-ка давайте-ка, наверное, мы с вами пропишем камейжору. Ну, Фогарн, естественно, у нас в стоечку встает. И кнутом мы, наверное, добиваем все-таки, да? Да-да, именно так и происходит все. Теперь давайте будем добивать свинюшку. Вот так вот, это называется внезапный удар. Из-под тишка. И кнутом мы его добьем. Все, осталась у нас тут бабушка. Бабушка Божий одуванчик. Сейчас мы ее тоже нахлобучим. Так, и кнутом. Нет, наверное, мы ее не добьем все-таки. И придется вазаночкой. Все, отлично. Сундук наш, мы его помещаем, естественно, в банк до следующего открытия. Получили еще магнитик, 3 билетика и маленькую пробирочку опыта. Так, ну потому что у нас, ребята, самоцветы есть. Зачем мы будем сейчас забивать? Оу, опять кактус. Ну что же, кактусы у нас, как говорится, появляются, значит, скоро мы что-то сможем с вами сделать. Опачки, а ну-ка. Так. Ага. Ну что же, давайте тогда Гектора будем с вами улучшать. Ну-ка. Какую ты получаешь у нас? Выгодная позиция. Эволюция 2. Это у нас пассивный скилл, так что от нас здесь ничего не зависит. Поднимем чуть-чуть ему левел. Ну, 10-й, наверное, не получится. Хотя... Нет, чуть-чуть буквально не хватило. У меня постоянно вот так вот совсем маленько не хватает кому-то поднять левел. Ладно, и на этом спасибо. Так, что у нас тут? Хм, странно, ничего нету, а почему-то показывается. Очень интересно.
Так, и я смотрю, у меня Сильвестр выполнил задание. Давайте его отправим сразу же на очередное. Банку сардин заработал. Ну что, три билета у нас есть. И я, наверное, думаю, что мы еще набьем немножечко билетиков. Так, кого мы будем сейчас? Довольно сильный, сильный соперник. Надо хорошую подобрать нам компашку, чтобы мы могли противостоять. Оу, все равно слабенько. Но можно попробовать. Как говорится, кто не рискует, тот не пьет шампанское. И поехали вперед, ребят. Так, что у нас сейчас тут будет? Ну, начнем, наверное, мы, да-да-да, именно с бойскаута. Хотя бабуля тоже нервирует меня, но бойскаут больше. И, нет, смотрите-ка, выжил у нас кошара-то. Так, Банни, ты достал уже, а, в самом деле. Вот этим своим взрывом мощным, елки-палки. Да, свинья у меня в критическом. Во, хилимся, естественно, хилимся. А то его бы сейчас разобрали. Ну все, бойскаут, пока. Фогром в стоечку. Так, у него тоже в стойку. Значит, будем сейчас с вами разбирать вражеского фогрона. Если, конечно, мы успеем. Бить нам придется только его, потому что он поставил на себя провокацию. Ну-ка. Внезапный удар. Ёлки-палки, какой-то он у них крепкий. Я посмотрю. Ё-моё, мы даже скорее всего и не справимся. Ёлки-палки, да, нежданчик, ребята. Обалденный нежданчик. И опять мы его не победили. Но зато сейчас мой фогрант проиграет. Да, недооценил немножечко я соперника. Ну, давайте тогда бабулю тогда эту, что ли. Она... Что ты там радуешься стоишь? Получи быка на рога. Куда ты, а? Ну-ка. Нет, вазанка, наверное, не справится, а вот кнутом мы уже точно ее победим. Так, отлично. Ну и остался у нас Банни, который, как всегда, шалит своим динамитом. Оу-оу, давайте хилиться. И уже все силы будем отправлять именно на... нашего кролика. На нашего врага кролика, естественно. Так, отлично. Он сопротивляется. Давайте кнутом. И, наверное, уже... Кто у нас там сейчас будет ходить? Ну, свинья не добьет, это однозначно. А вот Бернард, я думаю, вполне. Нет, смотрите-ка, не вышло. Все-таки ковбой, решающий удар делает, и мы побеждаем. Ну что же, судука нам не видать, зато два билетика, маленькая пробирочка опыта, и мы с вами двигаемся дальше. Так, у нас уже... Оу, ребята, поздравляю, 21 уровень у нас. Что ж такое, что тут подзависло все, а? Да, как ни странно, в игре все равно иногда происходят глюки, так что... Три места у нас свободно под сундуки... И обязательно нужно проводить бои. Оу, давайте-ка вот здесь вот мы с вами повоюем маленько. И я думаю, что сундучок золотой будет у нас в кармане. Мы его превышаем буквально на 1000 силы. Так что пускай даже не обольщается. Ну что же, начинаем, наверное, мы с этого петуха. Потому что это петух-монстр. Его надо... уничтожать, причем как можно скорее. Так, бабуля, угомонись. Что ты так закипишевала-то сразу же, а? Так. Это, я думаю, тебе не поможет, твои крики. Смотрите-ка, она понизила атаку всем моим персонажам. Бабушка это, а? Это, кстати, очень плохо. Да, на 64 всего ударили. Ну... Бойскаут последний удар сделал, и теперь мы бабулю эту берем в оборот. Так, успокойся. Так, давайте подхилимся маленько. И добьем бабуленьку. Все, бабушка, пока. Ты смотри, а? На последнем издыхании она еще держится. Ёлки-палки, Элмр взял на себя
как говорится, ответственность и поставил на себя провокацию. Поэтому мы атакуем сейчас в данный момент только его. Ну и все, теперь бабуля. И победа за нами. 3 звезды, сундучок наш. И мы получаем еще 3 билетика. Замечательно. И даже 2 каких-то зеленых черепка. Хм. Ну что же, давайте назначать, выставлять, соответственно, охрану. Так, так, так. И вот так вот. Все, пускай они защищают. Ну, а мы с вами сейчас... Да, мы сразу же, наверное, перейдем на очередной бой. И вот этот золотой сундук тоже нам пригодится. Тем более, оппонент довольно слабый. Давайте с ним поборемся. Так, интересно мне знать. А что... Ну ладно, в принципе, это мы потом все решим. Так, давайте мы атаковать будем. Опа-на, смотрите, здесь у нас какой-то новый утенок есть. Ну как новый? Давненько я таких не видел. Плюс сейчас в последнее время что-то зачастил у нас Сэм. Так, успокойся, утенок Даффи. Ты смотри-ка, а? Он всех взял с дальней атакой практически. Все у него тут ковбои. Видно, какой-то идет положительный бонус от такой команды. Потому что не просто так это все. Так, Бакс Банни готов. Теперь давайте брать утку в оборот. И сделаем из нее жаркое. Ах ты, мелкий, ты подгнидыш. Что творит, а? Воспользовался пушкой. Ну, я думаю, что это ему не поможет. И он проигрывает, потому что мы отхиливаемся. И теперь лишь Сэм остался, который здесь абсолютно ничего не сможет сделать против нашей компании. Так, вот так вот ему. И Фогарн его бьет по голове на 80. Ребята, это был победоносный удар. Опять сундук у нас. Плюс еще 3 билета. Вообще шикарно. Будем сейчас крутить рулетку. И я надеюсь, что нам выпадет какой-нибудь новый хороший персонаж. Так, у нас еще место есть? Я уже не помню. По-моему, да, еще одно местечко под сундучок осталось. Так, защищайте, родные мои. Ну, а мы с вами, я даже не знаю, или еще бой. Или давайте, наверное, еще один. Забьем, как говорится, вначале все ячейки под сундуки. А потом уже будем рулетку крутить. И, как говорится, добывать себе жетоны на новых персонажей. Что ж, довольно неплохо у нас собралась компашка наша. И мы приступаем. Так, кто там у нас? Что там за кипиш? Так, да-да-да, конечно же надо ковбоя, это в первую очередь. Он вот именно своим ударом бык наносит колоссальный урон, вы сами это прекрасно видите. Ох ты, как это так, он, у него уклонение, блин, Даффи понижает скорость всех моих юнитов. И Бакс Банни из-под тяжка тут на Фогарна налезет. Так, смотрите, смотрите, что происходит. Ну, давай. Так, ну ладно, с ковбоем... Да как бы не так, ребята, вы... Я думал, что мы сейчас с вами победим ковбоя. И такое впечатление, что золотого сундука нам опять не видать. Если сейчас пойдет все такими темпами. Потому что свинюшка у меня, как видите, свин у меня в плачевной ситуации. Ах, ё-моё, давайте хилиться обязательно, конечно. Может быть, еще успеем. Не все, как говорится, потеряно. Фогарн, вставай в стойку. Вот так вот. И кнутом добиваем Даффи. Да, все хорошо получилось, ребята. Теперь, естественно, мы делаем вазаночку. Так, Бакс Банни. Ага, вот он как поступает. Он решил нас динамитом побаловать. Ладно. 32, маловато. Так, он делает подхилси небольшой. Ну, а от быка-то, естественно, ему никуда не деться. На 95 мы ударили, и остался лишь только Порки, который сейчас получит Порки от нас. Большой причем. Все, ребят, победа. Мы зарабатываем 3 звезды, сундук, и ставим его в последнюю ячейку. И пойдем крутить барабан. Так, отлично, шикарно просто. Так, ну давай, активируйся. Где у нас тут? Вот оно, банк пустыни. Замечательно, у меня хоть есть... Ага, есть еще достаточно персонажей, чтобы поставить себе охрану. Защищайте. Ну, а вот теперь уже можно идти и со спокойной душой крутить рулеточку. Так.
задание. Ага, смотрите-ка, Сильвестр сделал задание. И все, пока больше никого нету. Давайте его отправим опять, пускай он делает фотографии. Ну, а мы с вами, наверное, переходим к рулетке. Выбираем с вами, естественно, пустыню. Здесь у нас, как вы знаете, много новых персонажей, которые нам нужны. Ага, опять койот. Ну что же, ладно. Билетов у нас 12 штучек. О, Сэм. Ёлки-палки, ребята, поздравляю нас авансом. Потому что у нас появляется новый персонаж. И это будет злой бандит Сэм. Да что такое, все на него выпадает, а? Ну дайте мне еще что-нибудь. Так, ага. Острая стрела. Это кот-индеец у нас. И опять же на него выпадает. Оу, мы можем, кстати, может быть, скоро его тоже эволюционировать. Да-да-да, ребят, если мы сейчас получим с вами еще один жетон. И да, мы с вами его прокачиваем. Замечательно. Так, койот у нас получает. Блин, ему бы еще 4 фишки, и мы бы его могли бы. Ха-ха-ха, неужели у нас прокатит это дело все? Ну-ка, а нет, к сожалению, бандит Сэм, ладно. Ну и еще не все потеряно, еще 3 раза. Ну что ж ты будешь делать, опять на него. Так, еще 2 раза. Ай, индейц. Ладно, ну давайте по... Ну, ай-яй-яй-яй-яй. Ну ладно, в принципе, тоже неплохо. Давайте с вами выходить. И активируем нашего Сэма. Вот он какой, а. Длинноусый, деловой. Что же, ребята, поздравляю нас. У нас еще один персонаж в копилочке, которого мы будем с вами развивать. Он, тем более, смотрите, у него все на динамитах, на стрельбе завязано. Так что, я думаю, в дальнейшем пригодится нам. Ну и, естественно, повышаем в ранге нашего кота-индейца. Ух ты, ничего себе он вырос по силе-то там. Довольно неплохо. Так, и у нас появляется, наверное, домик для Сэма, да? Так, ну-ка, где он у нас? Да-да, именно он и есть. Так, сюда нельзя. Давайте вот здесь поставим. Все, отлично просто. И забираем ежедневное задание. Ну, как-то так у нас, ребята, получается серия. Я, в принципе, очень доволен. На этом я, наверное, буду завершать. И мы уже обязательно с вами увидимся в следующей серии и продолжим играть в эту замечательную игру. А на этом все. Всем пока и до скорого.